Вот уже 15 лет в Центре творческого развития детей «Романтик» работает вокальная студия «Гармония». Сегодня в Щелковском театре она выступает с юбилейной праздничной программой, которая называется «Мы вместе». Вокальная студия «Гармония» берет свое начало с небольшого кружка, который начал работать в январе 2002 года. За 15 лет усилиями настоящих энтузиастов, людей с необычайно добрым, сердечным отношением к детям, коллектив рос, в него приходили дети, которые учились петь, танцевать, радовались сами и наполняли сердца своих родителей чувством благодарности организаторам студии. Душой всех начинаний всегда была и остается художественный руководитель студии, кандидат педагогических наук Светлана. Под ее началом сейчас занимаются более 120 детей от 4 до 16 лет. Мне очень нравится моя работа, мне нравится работать с детьми, нравится наблюдать, как они развиваются. Они настолько все индивидуальны, даже в ансамбле каждый человек, он разный. И от этого я получаю настоящее удовольствие. В студии «Гармония» занимаются двое моих детей. Светлана Юрьевна замечательный педагог, мы ее все родители глубоко уважаем за то, что она делает для наших детей. Сейчас студия «Гармония» имеет звание образцового коллектива. Она за годы работы заслужила много высоких призов и премий. В ноябре прошлого года в международном многожанровом конкурсе для детей и молодежи, который имеет очень задорное название «Зеленый слон», студия заработала 3 первых премии, 2 вторых и 4 третьих. Сейчас вокальные коллективы и их художественный руководитель Светлана Кизим сотрудничают с певцами и композиторами, которые пишут для детей песни. Мы решили попробовать вместе посотрудничать. Вот написали одну песню, вторую. И она переживала. Он говорит, может быть, серьезные про войну как-то, может быть, они еще маленькие. Но когда исполнили первый раз вот в МВД у нас, в клубе центральном на Лубянке, в зале сидели пожилые люди средних лет. И когда там мне говорят, мурашки пошли, я говорю, вот, наверное, не зря мы все-таки исполнили эту песню вместе про войну. Сегодня будем ее исполнять. «Над поклонной горой» она называется. Над поклонной горой наши птицы молчат. За аллеей пустой солнце красный закат. Студия «Гармония» – обязательный участник практически всех массовых мероприятий в Щелковском районе. Руководство района стремится развивать и совершенствовать разнообразные формы дополнительного образования детей, включая и такие творческие коллективы, как студия «Гармония». На уровне Московской области охват детей, занимающихся дополнительным образованием, у нас самый большой. Мы занимаем лидирующее место в Московской области, уделяем этому особое внимание. И, безусловно, как одно из составляющих, вокальное искусство. Мы поем для себя, чтобы всем людям нравилось, чтобы они получали удовольствие. Там. Не ради кубков, не ради того, не ради жюри. Там. Чтобы всем было весело в зале и все получали позитив от наших песен. Андрей Цеханович, Валерий Жиглей, телерадиокомпания «Щелково».